24 января академику Российской академии наук Игорю Торчевскому исполнилось 90 лет. По случаю его юбилея в Казанском Кремле состоялась церемония чествования известного ученого. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Торжественном мероприятии, посвященном юбилею выдающегося советского и российского ученого, принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, а также ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, который от имени университета и от себя лично также поздравил юбиляра. Для нас это большая гордость, что такие люди, как вы, стояли у истоков многих направлений в университете и в создании нашей Академии наук, нашей республики. Ну и в целом, вы сегодня человек, который привносит очень многое для того, чтобы наша наука дальше двигалась. В рамках церемонии чествования Рустам Миниханов вручил Игорю Торчевскому орден Дуслык за значительный вклад в развитие отечественной науки и многолетний плодотворный труд. Я считаю, что совершенно неоценим вклад в развитие фундаментальной вузовской прикладной науки руководства республики. И Табеева, и Ментимера Шариповича, вы знаете, и о его вкладе говорит здесь, все знают, и настоящего руководства республики. И в год науки, мне как представителю науки разрешите вас поблагодарить. Напоминаем, Игорь Торчевский – заслуженный деятель науки РСФСР, основатель Казанской научной школы клеточной сигнализации. Основные исследования ученого связаны с механизмом фотосинтеза в экстремальных условиях и биосинтезом целлюлозы. В 1954 году Игорь Торчевский с отличием окончил биолого-почвенный факультет Казанского государственного университета. Впоследствии был заведующим кафедрой биохимии. Игорь Торчевский удостоен множества наград, в том числе престижной премии имени Баха Российской академии наук за цикл работ «Сигнальные системы клеток растений». Диана Латышева, Универньюз.